День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. Накануне профессионального праздника в Федеральном научном центре овощеводства, расположенном в поселке Внесок, состоялась встреча в формате круглого стола, в которой приняли участие лучшие сотрудники научных учреждений муниципалитета. У нас сложилась замечательная традиция в преддверии праздника Дня науки проводить совместно с администрацией Внесокского городского округа совместное мероприятие. И мне приятно, что в этом году оно проводится на базе нашего Федерального центра овощеводства. У нас сегодня запланировано выступление ведущих ученых нашего центра. Мы расскажем о взаимосвязи науки и производства в Одинцовском округе. Также послушаем коллег, которые также работают на территории Одинцовского округа. Поделимся своим опытом работы и узнаем от коллег какие-то новую информацию, как можно эффективно работать на территории округа и вообще в целом Российской Федерации. Заместитель руководителя администрации Одинцовского городского округа по вопросам развития экономики, инвестиций, поддержки предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг Павел Кондрацкий поблагодарил всех собравшихся за их труд и пожелал дальнейших профессиональных успехов. С научным центром овощеводства мы достаточно плотно взаимодействуем на всем протяжении, и в прошлом году проводили круглый стол, и встречаемся, помимо этого обсуждаем какие-то моменты. В рамках встречи прошла торжественная церемония награждения ученых. 19 человек получили почетные грамоты главы муниципалитета Андрея Иванова за выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности. Сегодня на территории округа насчитывается 5 научных учреждений, в которых работает более 800 человек. Овощеводство, семеноводство, лесоведение, информационные технологии. Направления их деятельности очень разные. Правительство Подмосковья реализует комплекс мер по поддержке работников научной сферы, одна из которых – предоставление молодым ученым и специалистам жилья по программе «Социальная ипотека». В Одинцовском округе его уже получили 7 человек. Жанна Набок, Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».